Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео хотелось бы показать, как можно избавиться от рекламы в KMP плеере при открытии видео. Сейчас я вам продемонстрирую, как эта реклама выглядит. То есть мы открываем видео с помощью данной программы. И сейчас... Вот, видим, у нас появилась реклама с правой стороны, которая меня очень-при-очень раздражает, и поэтому я решил от нее полностью избавиться. Итак, для этого мне необходимо будет зайти в настройки, далее выбрать обложки, вот обложки, и далее выбираем здесь эмблема, стандартная эмблема обложки выбираем. То есть, если у вас не стоит, нажимаете и ставите. Далее закрываете данную программу, заходите в диск C, потом папка Windows, после этого ищите папку System32, вот она, находите папку Drivers, далее папка ATC, и здесь видим вот этот файлик Hosts. Открываем его с помощью блокнота. Вот мы открыли, и здесь мы пишем следующее: 127.0.0.1. Далее делаете пробел и пишите player.kmpmedia.net. Закрываете, нажимаете сохранить. Далее необходимо перезагрузить Windows и снова открыть какой-то видеофайл и посмотреть, убралась ли у вас реклама или нет. Если же нет, есть еще один способ, который позволит избавиться от нее. И он заключается в следующем. Вам необходимо зайти в выпуск, панель управления. Далее Bratmauer Windows. Далее переходите в «Разрешить запуск программы или компонента через Bratmauer Windows». Здесь опускаетесь вниз и видите «Разрешить другую программу». Нажимаете и здесь ищите KMP Player. Вот он у нас. Нажимаем «Добавить» и убираем здесь галочку. Далее нажимаем просто «Ок». Теперь переходим в «Дополнительные параметры». Далее нажимаете «Правила для входящих подключений». Здесь нажимаете «Действия», «Создать правила». И здесь, в общем, делаете все так, как у меня. Здесь оставляем так, как есть для программы. Нажимаете «Далее». Тут выбираем местонахождение нашего KMP плеера. Нажимаем «Открыть». Далее нажимаем. Здесь... Необходимо нажать «Блокировать подключение», «Далее», «Далее» и пишем здесь название, допустим, «Блокировка рекламы в KMP». Нажимаем «Готово». Теперь здесь видим, у нас появилось вот такое правило. Теперь нам необходимо снова-таки перезагрузить нашу Windows, и наше правило будет работать. То есть реклама уже нас точно уже 100% беспокоить не будет. А у меня на этом все. Если вам это видео полезно было, ставьте большой палец вверх. Если я вам не помог, ставьте дизлайк. Также буду благодарен, если подпишетесь на мой канал и нажмете на колокольчик. До новых видео. Пока-пока.